Всем привет! Продолжаем изучать мануальную терапию. И сейчас мы проходили декомпрессию, да, тракционной техники, все за челюсть, верхнюю челюсть и за затылок. Много было приемов, да? Но в основном это воздействие идет на грудной отдел. А чтобы дотянуться вот конкретно до поясницы, можно тракцию провести за ноги. Для этого переворачиваем человека лицом туда, ногами сюда, на живот. А сами в этот момент скручиваем. Просто. В длину. Вот так вот достаточно будет. Чуть-чуть туда вперед пододвинься. И захват за щиколотки. Продели сюда и продели вот сюда. Подравнивайся поближе ноги. Вот. Сейчас левый сустав выйдет. Одногрузка. Коленный? Нет, голеностоп. Да хорошо нет. Зафиксировано? Да нет. Да нет, все хорошо зафиксировано. А, все? Да, видите, берем пошире, чтобы сильно была фиксация побольше, да, поэтому и скручиваем так. Тут может быть ассистент, его держа за руки, натягивает туда, или тоже он упирается в стол. Либо ты держишься руками там за стол, держишься, да? Угу. Здесь мы, соответственно, натянули. Желательно, чтобы поясница поднялась, то есть надо под 45 градусов выше. И производим толчок. Ну, ты немножко не так держишься, держись, чтобы руки были впереди. Вот так, вот так держись, да. Чтобы плечевой пояс был зажат. И можно сделать такой еще. О, была поясница. Поясница была, да? Ага. Все, дошли. Ну, можно еще хлесткое такое движение сделать. Но просто на столе я боюсь. Держишься. То есть опять повыше подняли до поясницы и вот такой толчок. А, волна. Волну такую допустить, хлесткую. Вот, как говорится, дьявол кроется в деталях. Все дело в мелочах, ну, и можно в нюансах. На полу можно делать. Можно на полу, да, то же самое на полу можно делать. На полу еще удобно дергать за одну ногу, когда одну придавил, а вторую дернул тоже через это полотенце, но об этом в следующем видеоролике. А, да, ногой, да, держать.